Миллион за очистку. В парке Дубовая роща уже 4 месяца чистят Малое озеро. Когда процесс будет завершен и горожане снова смогут любоваться красотами любимого места отдыха, знают наши журналисты. О необходимости очистки Малого озера начали говорить еще в начале прошлого года. Тогда долго обсуждали способ очистки и его стоимость, но то, что чистить надо, сомнений ни у кого не вызывало. Ведь после аварии на канализационном коллекторе несколько лет назад именно сюда попала большая часть стоков. Вода цветет, рыба задыхается. То есть вы поддерживаете эту очистку? Что здесь? Нет, чистить надо. Я не знаю, какими способами. Понимаете? И кто чистит? Это должно решать все-таки руководство города. Так выглядит Малое озеро сегодня. На его очистку в прошлом году выделили более 1 миллиона гривен. Выбрали более дорогостоящий способ очистки – механический. Ведь земснарядом невозможно было бы поднять со дна крупногабаритный мусор. Воду откачали, живность переместили, шины, бетонные блоки и прочий мусор убрали. Теперь выбирают иловые массы. К слову, ила здесь – почти 1,5 метра. Однако работы идут вяло и малопродуктивно, считают общественники. У нас питання, що це позаматували на голі дерева. Вони тут, ті розбойники, строїтелі, як ми їх називаємо, вони після обід поважно приїдуть, покурять, потім черпаком отак зачерпнули, сюди 10-ту час доносять, вивалюють і дерева псуються. Ну, велике питання, що діється на вході в центральний парк. Заказчиком проекта по розчистці Малого озера являється предприятие «Дубовая роща». Даний проект пройшов всі експертизи, уверяє начальник профільного управління Глеб Золотарьов. Відправляємося к нему в кабінет, щоб узнати, коли завершиться очистка озера. Що відбувається на території парку «Дубовий гай» вже 4-й місяць поспіль? Скажіть, будь ласка, що це за проект такий чудернацький, що вивалюється грязюка, висушується водойма і гине вся екосистема пруда. Тобто рибки, вже черепашки вам не жалко, все, що є частиною природи Запорізького краю, і ви марнотратствуєте, ви марно витрачаєте бюджетні гроші. Озеро, яке було, в якому воно було стані, 1,5 метра іла. Озеро никто не чистил 25 лет. Вы прекрасно находитесь, ну, гуляете, посещаете парк Дубовая роща, и мы все прекрасно видим, когда наступает жаркий период, это июль-август, цветет водоем и гниет водоем. Поэтому и было принято решение почистить это озеро. Сегодня о конкретных сроках начальник управления экологии горсовета не говорит. В диалоге с общественниками сказал только, что, возможно, еще месяц-полтора нужно будет для завершения очистки. Хотя еще в декабре прошлого года вполне конкретно обещали к весне завершить работы. Осушение и расчистка озера вот, с берегоукреплением и с дальнейшим благоустройством. Весной, поверьте, здесь будет красиво. Для примера, коммунальным службам Парижа в прошлом году понадобилось всего 3 месяца, чтобы осушить и прибрать целый водный канал, знаменитый Сен-Мартен.